После моего недавнего ролика о семенах каллы я решила их сразу посеять. Вот получилось у меня 10 семечек, одну я уже посадила, и вот высаживаю оставшиеся. Просто вот так вот вдавливаю в рыхлую пролитую землю, субстрат торфяной вернее, и вот так вот вдавливаю их. Они достаточно жесткие, такие как горошинки, как перчинки. Вот такие вот. Ну вот у меня как раз будет 10 ячеек. Так. И посмотрим, через какое время они взойдут. Интересный опыт. Никогда раньше я не сажала, повторюсь. Так, ну в одну-две штучки посажу. Вот так вот. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше.